Here in this verse it is stated that Аджамила was worshiping the deity, but he heard that worship of the deities is just for neophytes. So how could it be that such a great devotee was worshiping? Кто вам сказал, что поклонение божествам это только для неофитов? Кто вам это сказал? Поклонение божествам для всех предназначено. Это ложное утверждение, что поклонение божествам только для неофитов, и что все, кто поклоняется божествам, это неофиты. Это ложное утверждение. Махарадж хочет прокомментировать. Есть микрофон? Или? Окей, I'll translate. Шрила Прабхупада говорил, что если пуджари поклоняется божествам, но не видит других преданных, то это тогда он неофит. И даже в нектаре преданности говорится, что если преданный поклоняется божеству, но в это время приходит какой-то гость в храм и некому принять этого гостя, то даже преданный может остановить поклонение божеству, чтобы принять гостя и потом продолжить поклонение божеству. Неофит – это если пуджари видит только себя и божество, и все. В таком случае это неофитское сознание.